Приветствую вас, и давайте подумаем, что представляет из себя игра подушка. Драка подушка. Это, по сути, дурачество. Игра, времяпровождение, интимное, близкое, совместное, веселое занятие и так далее. То есть высокая эмоциональная и духовная близость. И мужчина, который хочет драться с вами подушками в нижнем белье, очень быть как можно более ближе к вам на чувственном уровне, на духовном уровне, полностью доверять вам, чтобы полностью вы ему доверяли. И, по сути дела, речь идет о очень широком взаимном понимании, о ближайшем союзе. Мужчина, который хочет этого, стремится в большей степени даже не к плотским удовольствиям, а стремится даже в большей степени к какому-то чувственному идеалу, к душевной гармонии. Это очень хорошо свидетельствует о высокой моральной нравственности такого мужчины. Это говорит о том, что человек уже преодолел тот момент, когда он хотел только плоской любви. И теперь хочет в большей степени любви духовной, чувственной, эмоциональной. Мужчина хочет, чтобы вы были с ним эмоционально близки, разделяли его взгляды, разделяли его желания, его эмоции, его представления о том, как можно отдыхать вдвоем. По сути, он хочет женщину, равную себе, спутницу жизни, которая бы во всем его понимала, поддерживала и отвечала бы его желаниям, его стремлениям, его целям и давала бы ему гармонию. Вот именно это означает фантазии вашего мужчины. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго.